Современное красивое здание расположено на пляже неподалеку от реки Анапки. Сегодня я увидел, что действительно мы сделали первый шаг. Очень серьезный шаг. И пусть у этого яхт-клуба будет хорошее будущее. Пусть он готовит не только спортсменов, пусть анапчане, наши гости, ближайшие населенные пункты, дети этих населенных пунктов приходят сюда. Я уверен, что в самое ближайшее время мы создадим спортивную школу, выделим на это средства. И у меня есть уверенность, что нет такого места больше, во всяком случае в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, где можно было бы заниматься этим видом спорта. Парусный спорт впервые появился в Анапе в 1979 году. С тех пор он знал как взлеты, так и падения. В 90-е активность яхт-клуба практически сошла на нет. Новая веха в развитии началась в 2013-м, когда родился проект по строительству яхт-клуба. Выделяли мы землю 2 года назад, потому что не было, были люди, которые способны были сделать, но не было земли. Вот. Сложно было, конечно, и есть и противники сегодня, вот, что на пляже располагается. Но здесь устья реки Анапки, вы видели, да? И здесь можно развивать именно структуру устья. Делать проект, ставить капитальное строение и заглядывать вперед хотя бы на 10 лет. Место идеальное, конечно, для клуба. Новый объект соответствует европейским стандартам. Его база предполагает размещение до 100 яхт одновременно. Работать клуб будет круглогодично. Теперь в городе будут часто проводиться всероссийские и международные соревнования. А также юных анапчан будут привлекать к парусному спорту. Анапский яхт-клуб станет основной базой для подготовки сборной России к Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.